Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на возрождение сегодня. Снова у меня в гостях Ашер Трейдер. И сегодня мы обсудим сложную тему, которая касается всех нас. Ашер, спасибо за то, что пришли к нам. Рад снова быть здесь с вами. Давайте сразу перейдем к теме, потому что нам нужно многое обсудить. Мы поговорим об обвинениях, сплетнях и как с ними справляться. Мы видим все это в новостях. Видим, как перекручиваются слова лидеров, и такое происходит не только в новостях, но и здесь, в теле Христа. Кажется, что такая ситуация усугубляется по всему миру. В Ветхом Завете, например, сказано, что у нас ждет война или сражение. Раньше люди ранили и убивали друг друга телесным, а сегодня это война словесная. Люди выплескивают зло друг на друга и вонзают ножи в спины друг к другу. Скажите, а что вы думаете по этому неоднозначному поводу? Сейчас в Израиле и многих городах мира начался учебный год. Министр образования Израиля — это Нафтали Беннет. Он также лидер одной из главных партий Израиля и соратник Натаниэля Натаньяху. И он начал учебный год такими словами. У Израиля есть хроническое заболевание. На иврите это звучит примерно так. Это значит болезнь критицизма, ведущая к разделению. Да, это чувствуется во всем обществе, во всех его аспектах. Можно в шутку сказать, что это один из талантов еврейского народа. Критикуют все, но не все доходят в этом до обвинения. Мы критикуем не с целью исследовать, а с целью довести до падения. А это в свою очередь приводит к разделению. Очень удивительно и непонятно, что он заметил эту духовную проблему и обозначил ее в обществе. Он сказал, что это наша болезнь. И как я уже упомянул сейчас, это то, в чем мы, к сожалению, преуспели. А так быть не должно. Удивительно, что он смог ее заметить и объявить. Казалось бы, когда настолько погружаешься в политику, это становится обычным делом. Там это делают все, а если ты этого не делаешь, то тебя не принимают. Но то, что он заговорил об этом, кажется мне просто поразительным. Давайте вначале поговорим об общей картине, о Трампе и Натаньяху. Кажется, что все хотят достать друг друга. Как нам, верующим, смотреть на эту ситуацию с правильным чистым сердцем и не впадать в критицизм при этом. Но, во-первых, нам нужно понять, что этот дух влияет на политику, общество, систему образования, тело, мессии. Поэтому нам нужно понять, что это явление имеет духовные корни. Если вы не против, то я хотел бы прочесть кое-что из Откровения. Это 12 -я глава. Я хотел бы зачитать отрывок с 7 по 15 стих. Тут сказано, и произошла на небе война. То есть на небе идет война. А здесь мы видим ее последствия. И далее говорится, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Есть хорошие и плохие ангелы, и мы видим, как за кулисами эти ангелы воюют друг с другом. Далее говорится, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Как бы ни было тяжело, не стоит забывать, что плохих ангелов всего одна треть, а хороших — две трети. А еще хорошие ангелы побеждают, потому что с ними Бог. Девятый стих говорит, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной». Вернемся в книгу «Бытие». Там ничего не сказано о дьяволе. Там говорится о змее, но мы должны понимать, что в Бытии 3 главе говорится о дьяволе. Дьявол — это падший ангел, который пришел, чтобы уничтожить человечество. Он обольщающий всю вселенную. И низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. В следующем стихе сатана получает еще одно имя — обвинитель братьев. Сатана занимается двумя видами работы. Он искушает и обманывает неверующих, и обвиняет или клевещет на верующих. И то, и другое ложь. Во-первых, он ложью искушает вас сделать что-то плохое, во-вторых, он ложно обвиняет вас в чем-то. Хм, интересно, что в Ветхом Завете сказано, что есть всего один закон справедливости обвинение грешных и оправдание праведных. А дьявол делает все наоборот. Он искушает людей, чтобы они грешили, а также обвиняет тех, кто пытается жить правильно. Мы смотрим на людей в мире. Это множество разных грехов: сексуальные грехи, убийства, религиозные грехи. Очевидно, что эти люди обмануты. Но есть еще кое-что. Если вы пытаетесь поступать правильно, тогда искушение сделать что-то плохое а вдруг превращается в обвинение против вас. А вот чем занимается дьявол? Он искушает мир. И обвиняет праведников. Думаю, обвинитель братьев ⁇ это его высшая роль. Он постоянно обвиняет братьев. Мы все этим занимаемся время от времени. Мы сердимся на кого-то из братьев или сестер в Господе, особенно на лидеров. И тогда начинаем нести всякую ерунду. Мы понимаем, что в этом есть что-то плохое, но нам так приятно. Но нам нужно быть очень осторожными, потому что за обвинение братьев отвечает дьявол. Я не говорю, что мы не можем исследовать и распознавать, но тут есть разница. Я слушаю вас, пытаясь распознать, все ли в этом хорошо, или же я делаю это, чтобы толкнуть вас и принести вам какой-то вред. И нам нужно научиться распознавать это. А далее сказано: они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Чтобы выстоять, несмотря на все обвинения, вы должны знать, что Иешуа умер за нас. Его кровью мы прощены, и неважно, кто и что говорит. А также мы не любим свою жизнь даже до смерти, потому что иногда кажется, что какая-то ситуация может добить вас. 15 стих повествует. «И пустил змеи спасти свои вслед жены а воду, как реку». Жена — это святые люди Божии, дабы увлечь ее рекою. Речь о потоке слов. Давайте сложим все эти стихи вместе, и что получится — Здесь говорится о потоке слов обвинения, которые вдохновлены демонами. Поток слов обвинения, которые вдохновлены демонами. Для меня это, конечно же, означает СМИ, прежде всего, где еще мы увидим и услышим столько нецензурной речи, столько лжи, обмана, нападок на разных людей. Но все же это поток негативных слов, которые используют СМИ, чтобы подтолкнуть какого-то человека к падению. Сейчас их называют не обвинениями, а критикой и осуждением, но разницы нет. И это поразительно. Да, сегодня в СМИ очень сложно понять, кто и что сказал, потому что видео и аудио так умело обрезаны. Они достают лишь то, что хотят донести, а на самом деле человек мог сказать совершенно другое или с другим мотивом. И это просто отвратительно, когда берут и перекручивают. Это такое оружие. А знаете, Коди, вы хорошо подметили. Во-первых, они используют клипы. Если у вас было часовое мероприятие, а из него делают 10-секундный клип, то он может быть очень далек от того, что там происходило. Я часто видел подобные случаи, особенно с Нитаньяхом. Когда открывали посольство в Иерусалиме, в новостях показали коротенький клип никак не отражающий то событие. Поэтому нужно быть очень осторожным и понимать, что кто-то выбрал именно эти 10 секунд из часового события. Если я хочу быть объективным, то мне нужно послушать все, что сказал тот или иной человек. Итак, во-первых, нужно быть осторожным с такими клипами. Во-вторых, видите разницу между тем, что сказал человек, и тем, что он якобы сказал в чьих-то словах. Вначале показывают клип, а потом человек говорит, вот что он имел в виду. Он дает свой комментарий к увиденному. Кстати, самый известный израильский репортер Сказал, когда вы читаете газету, вам не так важно, что сказал Митаньяху. Вам интересно, что я думаю о том, что он сказал. Я подумал, нет. Как раз наоборот, он считает, что СМИ это не средство для передачи новостей, а возможность делиться своим мнением о происходящем. То есть теперь вы смотрите не просто новости. Репортеры решают, что вы будете смотреть, и навязывают вам свое мнение об этом. Итак, вам нужно проверить, это монтаж или целый ролик. Во-вторых, это слова самого человека или чья-то интерпретация его слов. Ну и в-третьих, вам нужно уметь распознавать, и это духовное распознавание. Человек пытается просто донести до вас новость о происходящем, или же у него есть скрытый мотив показать кого-то в плохом свете. Это три важных правила. Клип или целое видео. Это слова человека или чья-то интерпретация, а также распознавание того, нет ли у данного человека желания подтолкнуть кого-то к падению и тем самым извратить слова. Давайте перенесем все это на Тело Христа. Признаюсь, что лет 5-7 назад в нашей общине звучали такие слова, из-за которых мне хотелось критиковать. Помню, как в течение нескольких недель, мне хотелось критиковать буквально все. Я боролся с этим чувством, и мне было очень сложно. Я спрашивал Господа, кто здесь прав, я или они? Но потом Дух Святой показал мне, что я начал соглашаться с Духом обвинения. Ты много критикуешь, вместо того, чтобы молиться и благословлять своих лидеров, тогда как они призваны к тому, чтобы нести учение. И когда я стал молиться за вас и других наших лидеров, тогда все изменилось. То есть вы перешли от обвинений к молитвам. Ну, супер, нужно это запомнить. Мне кажется, что это ключ к тому, чтобы выбраться из этого болота. А еще я понял, что если вы не лидер, то очень просто смотреть на лидеров и критиковать их. Но люди не понимают, какая это ответственность. Но когда я сам стал лидером, то почувствовал эту тяжесть и увидел многое, что происходит за кулисами. Давление с разных сторон, проблемы с финансами. Чем больше я видел, тем больше понимал, что мне нужно заткнуться. Нелегко нести такую ответственность. И вот я принял решение молиться за лидеров. Я понимаю, что у них свои трудности, о которых я могу и не догадываться. Ведь со стороны так легко осудить человека. А нужно встать на его место, понять его позицию. Скажите, вы с этим согласны? Да, если говорить о СМИ то это одно дело, но если говорить о верующих, то тут все сложнее. Потому что мы ожидаем, что лидеры должны быть святыми и совершенными. Но они не такие. Сложность в том, что мы сравниваем их с Иешуа. А в таком сравнении все выглядит плохо, и все вообще выглядят плохо. Библия говорит, что если мы любим друг друга, то нам нужно прийти к человеку и разобраться с ним. Итак, есть два варианта. Во-первых, можно простить и забыть, или же вы можете разобраться с этим человеком. Но есть разница между разборками и обвинением. И нам нужно научиться различать это. Я делаю это, потому что мне нравится этот человек и желаю ему счастья. Или же глубоко внутри я хочу, чтобы этот человек упал? М? Буду ли я рад и счастлив, если с ним произойдет что-то плохое? Богу это очень не нравится. Очень легко переступить эту черту, если внутри есть такие злобные обвинения то это, вне сомнения, демонический дух. Вам нужно понять, что дьявол — это обвинитель братьев, и на него работает много людей. Не нужно еще и вам устраиваться к нему на работу. Мы верим в обличение с любовью, но не нужно переступать черту и переходить к обвинениям. С лидерами это происходит чаще всего. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше на вас поток обвинений. Кому такое понравится? Иешуа доставалось больше всех. Его обвиняли все вокруг. Дошло до того, что он просто перестал отвечать им. В мире подобное происходит с политическими лидерами. На них просто льется поток обвинений. И никого не волнует, что же они такое сделали. В духовной сфере то же самое. Предположим, вы новообращенный, а не лидер. Вы начинаете разговаривать с родными и близкими оба Иешуа. И вначале. Им даже интересно. Но если вы продолжаете говорить и делаете это какое-то длительное время, они начинают вас обвинять. Если вы видите нечто подобное в лидерстве, то, пожалуйста, спросите себя. Один простой вопрос. Если бы я был дьяволом и хотел уничтожить эту работу, то что бы я сделал? Я бы сделал так, чтобы люди начали обвинять лидера, потому что без пастыря овцы разбредутся. То есть слова министра были пророческими. Болезнь критицизма приводит к разделению. У меня к вам еще один вопрос. Я стал замечать, что сейчас в соцсетях часто бывает так, что кто-то учит о чем-то, а кто-то просто вырывает кусок из контекста и говорит, что это совершенно неправильно. Мышление такое. Если это было опубликовано для всех, то мы можем публично нападать на это. Мы не подходим к этому человеку лично, не расспрашиваем его, чтобы знать, что он имел в виду и как пришел к такому выводу, а мы просто видим что-то непонятное и рассказываем об этом друзьям и знакомым, всем вокруг. Ну, а затем все эти появляются посты уже против этого человека, и его теологии. Хотя никто с этим человеком не общался лично. Так вот, как вы думаете, если что-то публикуется в соцсетях, то все имеют право бомбардировать это? Или же, как верующие, мы сперва должны поговорить с этим человеком, даже если он выложил что-то в общий доступ и выяснить его мнение? Хороший вопрос. Думаю, у нас появились новые этические проблемы из-за работы СМИ. В прошлом сплетни распространялись очень быстро. Кто-то что-то шепнул, и это стало быстро распространяться. Но благодаря СМИ и соцсетям эта сплетня может разлететься еще быстрее, как ядерный взрыв. Поэтому у нас появились совершенно новые этические и духовные проблемы. Я думаю, что у этой истории две стороны. С одной стороны, если вы опубликовали что-то, то должны быть готовы к реакции публики. Но вопрос в том, что в моем сердце я хочу просто атаковать этого человека, или же я хочу понять, что он имел в виду. Вопрос не в том, что я не могу публично критиковать этого человека, а в том, зачем я это делаю. Вы написали это и это. Вы вот это имели в виду? О нет. Я имел в виду то и то. Какая глупость. На самом деле я имел в виду вот это. Или же, да, я сказал это, но потом я сказал, нам нужен такой разговор, чтобы понять, правильно ли мы поняли человека, а потом уже думать о публичной конфронтации. Но, как мы уже говорили, поймите, это отрывок или вся информация. Это сказал сам человек или кто-то передал его слова, и вы разбираетесь в этом, чтобы уничтожить человека или чтобы найти что-то хорошее. В послании фессалоникицам сказано так. «Испытывайте все, берите хорошее и отбросьте плохое». Если честно, то не бывает так, что абсолютно все неправильно. В любом учении можно найти что-то хорошее. Это хорошо, а вот с этим я не до конца согласен. Тогда это будет сбалансированный подход. Слово Божие это бою острый меч. Во всем нужен баланс. Но если есть лишь критика и обвинение, неужели в учении этого человека нет ничего хорошего? То есть это умение различать. И еще кое-что. В книге Иова сказано, что ухо пробует слава, как язык пробует вино или еду. То есть нужно понять, это было сказано, чтобы добраться до истины или лишь для того, чтобы обвинить этого человека, избить его с ног, причинить ему боль. Вкус этих мотивов будет разным, сладкий или горький. Хочу добавить, что когда я вижу, как кто-то атакует кого-то в соцсетях, то чувствую, что критикующий человек не имеет никакого желания поддержать своего брата и помочь ему разобраться в ошибках, неверной теологии, он лишь хочет пристыдить, обвинить и осудить. Но бывают такие посты, когда чувствуешь на духовном уровне, что этот человек готов уделить время, пообщаться с тем другим человеком, потом помолиться и сделать все возможное, чтобы помочь как-то ему. Да, еще одна мысль. Тут еще важно такое понятие, как зависть. Предположим, у нас у обоих есть свои цели программы. Я смотрю на вас и вижу, вы выглядите лучше. Говорите лучше. Скорее всего, вы будете более популярны. Как я могу подняться выше вас, если я вам завидую, то я могу говорить о вас что-то плохое? Я думаю, что если вы будете выглядеть хуже, то я буду выглядеть лучше. Поэтому нам нужно следить за собой. Почему я говорю это? Если вы лучше меня, то мне лучше присоединиться к вам, чтобы вы поднялись еще выше. Так мыслит Царство Божие. Но когда человек видит кого-то лучше себя, он по-человечески не склонен сказать, «О, это от Бога». Я буду это поддерживать. Вместо этого он сравнивает и думает, если я скажу что-то плохое, то по сравнению с ним я буду выглядеть лучше. Но на самом деле это не так. Он просто пачкает сам себя. Прекрасно подмечено. Я хочу, чтобы вы помолились за наших зрителей. Друзья, это был очень интересный разговор. Думаю, он очень актуален для вас. Возможно, сейчас люди атакуют и критикуют вас, а может сейчас вы слишком много критикуете других людей, поэтому я хочу, чтобы Ашер помолился за вас. А также я прошу вас поделиться этим видео. Мы хотим достичь как можно большего числа людей. Это очень важная и актуальная тема. В это время, перед возвращением Иешуа. Поэтому нам нужно быть утвержденными в истине и в любви. Итак, Ашер, прошу вас, помолитесь за наших зрителей по обе стороны баррикад. Да, конечно. Отец, во имя Иешуа, помоги нам не застрять в духе, не быть атакованными и не атаковать. В воздухе витает злой дух обвинения. Господь, все мы это делаем. Мы каемся в сотрудничестве с этим злым духом, неоднократно обвиняя других людей. Господь, также спасибо за помощь в те моменты, когда нас самих атакуют, и мы не в силах противостоять. Так помоги нам выстоять в этом. Мы знаем, что самое важное ⁇ это любовь. Любовь важнее жизни. Отец, спасибо за свободу от этой проблемы. Со всех сторон, помоги нам быть готовыми в это последнее время. Библия предупреждает нас о потоке обвинений в средствах массовой информации. Отец, помоги нам не быть этими обвинителями, а также держаться, когда нас самих обвиняют. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что у нас есть сила выстоять во всем этом. Мы благодарим Тебя и молимся Тебе во имя нашего Господа Иешуа Хамашеаха. Аминь. Прекрасное слово. Спасибо Вам, Ашер. Спасибо за то, что были с нами сегодня. Мы любим Вас. Увидимся через неделю.